Красные санки. Один мальчик пошел поздно вечером кататься на санках. «Только ни с кем не меняйся санками», – предупредила мальчика мама. «Особенно, если санки будут красные». Когда мальчик пришел на каток, там никого не было, только стояла старая бабушка. И возле нее стояли красивые красные санки. Мальчику понравились бабушкины санки, и он подошел поближе, чтобы посмотреть их. «Красивые санки?» – спросила у мальчика бабушка. «Очень красивые», – ответил мальчик. «Давай поменяемся», – предложила бабушка. Мальчик так обрадовался, что забыл о том, что ему говорила мама. Он отдал бабушке свои обычные санки и забрал красные санки у бабушки. Бабушка взяла санки мальчика и быстро ушла. А мальчик взял красные санки, забрался с ними на горку, сел и покатился вниз. Красные санки легко заскользили вниз. Но когда они скатились вниз, мальчик превратился в скелет. Красные санки выпили у него всю жизнь.